стоит над душой и требует, чтобы я снял про него еще один фильм. Вот. Пробовал его поучить, стоять в стойке, делать блоки, но пока не получается. Вот. Не осваивает в этом возрасте. Но дело в другом. Дело в том, что наша страна, ее мужское население имеет страшный недостаток. Мужчины не умеют драться. Иногда проскальзывают ролики в этом самом, в интернете, да? День затевается драка на улице. Скажи, кто-то что? Кого-то обидел, кто-то деда. Кого-то оскорбил, деда, скажи, машину что? Подрезал. Деда, скажи, что вот. Я всегда тебя выигрываю. Да, ты меня всегда побеждаешь. Вот. Скажи, и когда смотришь тебя. На эти скажи, неуклюжие попытки, когда смотришь, как дважды уже видел, когда ребенок падает с большой высоты, а люди боятся подойти, подставить свои руки. Вот. Когда на глазах у всех убивают, бьют женщину, девушку. Вот. И в это время стоит толпа мужиков по силе в 100 раз сильнее какого-нибудь хама. Вот. А на самом деле трусливых зайцев. Думаешь, господи, а зачем они в школу ходили? Зачем ходили в спортзал? А? Чтоб они сильными были. Ага. Дурью маются в этих спортзалах школьных. Ничему научить не могут. Не только в спортзалах, но и даже на уроках. Ну ладно, Тимош, я твою просьбу выполнил. Ты тоже попадешь в этот фильм. Вот. Не обязательно тебе стать чемпионом. Не обязательно стать чемпионом по боксу. Деда, но и унижать ты себя не позволишь в этой жизни. Постой. Теперь ты неловко? Ну, для этого надо сейчас выключить видеокамеру. Давай подеремся. Мы деремся каждый день. Это мой принцип. Ребенок требует продолжения съемок и тренировки. Ну давай, только вот сюда вставай. Ну, стоечку. Ага. Давай. Да. Ух ты, ногами нельзя. А чего? Ударишь. Защищение! Ты за это заплачешь! Все, победа! Нет, моя победа! Сдаюсь.